Больше 30 миллиардов тенге. За 2 года потеряли казахстанские дольщики. Их завлекли низкими ценами на жилье, а потом оставили ни с чем, говорят в прокуратуре. К уголовной ответственности в итоге привлекли 16 застройщиков. Еще около 300 компаний оштрафовали за незаконный сбор денег. Всего по стране насчитывается десятки долгостроев. Больше всего их в Астане, где, по данным Акимата, в этом году планируют сдать в эксплуатацию около 30 жилищных комплексов, строительство которых значительно затянулось. А вот число застройщиков, которые работают без разрешения или гарантии, исчисляется сотнями. Тут также лидирует столица. Следом идут область Абай и Восточный Казахстан.